И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». Средства массовой информации пишут, что Егор Крид намекнул своим фанатам о романе с блогером Аленой Вином. На странице певца в микроблоге Instagram появилось много совместных фотографий влюбленных. Фанаты Крида уже забыли о том, что у Егора недавно были отношения с победительницей шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной. Как выяснилось, музыкант недолго горевал из-за разрыва со своей возлюбленной и быстро нашел ей замену, с которой проводит время в Объединенных Арабских Эмиратах. Многие его поклонники думают, что Дарья и Алена похожи. Алена Вином – популярный блогер. Она стала известна благодаря своему YouTube-каналу, на который подписано около 5 миллионов. Недавно она завела аккаунт в Instagram, и у нее появилось 2 миллиона фолловеров. Многие называют Алену самой красивой девушкой. Напомним также, что поездка Егора Крида в Абу-Даби завершилась громким скандалом. Юный артист должен был выступать в конце мероприятия, но на сцену он вовремя не вышел, так как в этот момент сидел неподалеку и пил кофе. Вместо него пришлось выйти Олегу Газманову и тянуть время Александру Реве. Организаторы были недовольны такой странной выходкой артиста, ведь они оплатили ему перелет и проживание в гостинице, но артист так и не появился перед публикой. Можно представить, каково было недоумение зрителей, которые приехали издалека, чтобы посмотреть на своего кумира. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были последние новости.